всегда очень страшно, да. Я думала, может быть, с возрастом как-то это пропадает или с опытом. На самом деле нет. Вот это ощущение тревожности, страха, боязни, в какой бы ты причем форме ни находился, или в очень хорошей спортивной, или в не очень хорошей, боишься всегда. Побороть страх, не свернуть с выбранной дороги, дойти до финиша, несмотря ни на что. Анна Бычкова, член сборной России по паратриатлону, четырехкратный чемпион России, серебряный призер чемпионата Европы. История побед. На своем ТВ 20 февраля 2019 года.